Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 25 на странице 35 учебника математики для 3 класса автора Маро. Перестав карточки так, чтобы равенство стало верным. Здесь написано 64 разделить на 2 равно 49. Это, конечно же, неверно, потому что если мы 60 разделим на 2, получится 30, а 4 разделим на 2, получится 2, у нас должно быть 32, получилось 49. Но вот если мы вместо первой карточки поставим 9, а вместо второй карточки поставим 6, а карточку, на которой написано 2, заменим карточкой, на которой написано 4, у нас получится 96 разделить на 4. 96 – это 80 и 16. 80 разделим на 4 равно 20, и 16 разделим на 4 равно 4, получится 24. Это уже верное равенство. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.